Минюст США и 8 американских штатов подали в суд на Google за монополизацию контроля над рынком цифровой рекламы. Корпорация обвиняется в использовании, цитата, «антиконкурентных и незаконных средств для устранения или уменьшения любой угрозы своему доминированию над цифровыми рекламными технологиями». Правительство США требует возмещения ущерба, а также чтобы компания отказалась от использования своего пакета Google Ad Manager.